Новое на смену старому. Еще в советские годы Подольский машиностроительный завод оснастил крупнейшую электростанцию Республики Казахстан и Экибастузскую ГРЭС-1 котлами для энергоблоков. А сегодня занимается модернизацией отработавшего свой срок оборудования. Несколько лет кропотливой работы, более сотни первоклассных инженеров. Глобальный проект Подольского машиностроительного завода на стадии завершения. Котлоагрегат общей массой 10 тысяч тонн доставлен на главную электростанцию Казахстана. Котлоагрегат Экибастузская ГРЭС – это котлоагрегат производительностью 500 мегаватт. Вот, один из самых мощных как бы, в Казахстане. Вот, работает он на углях Экибастузского месторождения. Именно на угли, которые хорошо сжигаются. Котел этот, значит, производительностью около, значит, 2000 тонн пара в час. Помимо котла, изготовитель доставляет и сам устанавливает все котельно-вспомогательное оборудование. Проект уникален тем, что реконструкция проходит в условиях действующей станции. По требованию заказчика оборудование устанавливается в существующее здание, в существующую ячейку котельного острова, на существующие фундаменты. При этом у заказчика также было требование максимально сохранить существующий каркас. Эти требования выполнены. Пуск энергоблока в эксплуатацию заказчик планирует осуществить уже в середине следующего года. Компании будут платить налог на торговый и